История с счастливым финалом. Раненый орлан совсем скоро обретет свой новый дом. Сотрудники Департамента природных ресурсов сейчас делают все, чтобы птица прошла курс реабилитации в заповеднике Дарвинский. С подробностями Наталья Дуркина. Напомню, орлан белохвост был найден вблизи деревни Пылемец и привезен в город в ночь с 5 на 6 апреля. Николай Канев отвез птицу в ветклинику «Четыре лапки», где орлану был сделан рентген и необходимые процедуры. Огнестрельное ранение с внедрением пули в кости. Хозяин хотел, чтобы мы убрали данные пули, но данная процедура навредила бы хищнику, поэтому мы этого делать не стали. В дальнейшем птицы будут летать, потому что не повреждены мягкие ткани. Стропь не попала в мышцу. Она находится в кости. По словам ветеринаров, птица должна находиться в закрытом помещении с хорошим питанием. Уже по истечении 3 недель, когда полетные функции будут проявляться, орлана необходимо отправить в полет по помещению. Когда полетные функции будут полностью стабильными, птицу можно отпустить на волю. Однако, так как птица не ручная, Николай обратился в Департамент природных ресурсов. Вчера приехали из Департамента природных ресурсов, сделали перевязку крыла, чтобы он не дергался, и забрали его. Будут отправлять в другой город на реабилитацию. Несмотря на то, что специалисты Департамента природных ресурсов достаточно редко сталкиваются с подобными случаями, благодаря их оперативной работе орлан скоро обретет свой дом. Сейчас она находится на попечении у сотрудников ВВФ. Мы оформляем разрешение на сопровождение указанной птицы в заповедник Дарвинский в центре реабилитации. Направили соответствующее заявление на выдачу нам разрешения на перевозку с целью ее реабилитации. Получили ветеринарное свидетельство для перевозки и, соответственно, мы получили сам акт заключения ветеринарного, чтобы обосновать причину, почему нам необходимо ее перевести именно в центр реабилитации в целях сохранения жизни самой птицы. В данный момент собирается необходимый пакет документов для перевозки птицы. Специалисты департамента планируют отправить орлана по новому месту прописки в самое ближайшее время. Мы пока предварительно планируем, если мы получим разрешение уже завтра, то мы планируем ее перевозить рейсовым бортом уже завтра на Архангельск. Дальше ее встречается с соответствующее ответственное лицо и перевезет, соответственно, в город Череповец в центр реабилитации уже. В свою очередь, межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому округу направило заявление в центральный аппарат Росприроднадзора для оперативного вынесения решения. 8 апреля в адрес межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу поступило заявление Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа о выдаче разрешения на добывание объекта животного мира орлана белохвоста и вывоз его на реабилитацию в целях спасения жизни животного в реабилитационный центр ФГБУ Дарвинский государственный природный биосферный заповедник. Данное заявление согласно требованиям приказа Минприроды России номер 60 от 18.02.2013 об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, незамедлительно направлено в Центральный аппарат Росприроднадзора для комиссионного решения. Решение комиссии ожидаем в ближайшее время. В свою очередь телеканал «Север» будет следить за дальнейшей судьбой хищной птицы, так полюбившейся зрителям. И спасибо всем за неравнодушие. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, телеканал «Север».